Привет! В этом видео я хочу рассказать о том, как перевести текст с любого языка на любой язык, используя Google переводчик, но в том случае, если даже твой текст превышает 5000 символов. Как известно, Google переводчик позволяет переводить текст до 5000 символов. Вот здесь это указано. Вот, до 5000 без проблем. Если ты попытаешься, здесь у меня текст, данный документ на 13000 символов. Если я его весь захочу перевести на русский язык, предположим, то он у меня не влезет, и за раз я не смогу перевести. И мне придется выбирать каждый раз по отрезке по 4000, 5000 символов и вставлять и переводить. Совсем недавно, буквально, может быть, месяц назад, в 2021 году, либо в конце 2020, у Google появилась функция перевода текста более 5000 символов, но они сделали тоже не очень удобно, приходится нажимать вот здесь вот и далее. То есть, если ты хочешь перевести текст более 5000 символов, ты его также вставляешь в Google переводчик. Здесь у тебя один отрезок на 5000 символов, здесь нажимаешь «Далее». И текст будет дальше продолжаться. Соответственно, здесь будет перевод. Но я хотел рассказать не об этом способе, так как этот способ только недавно появился, и все равно я считаю его не очень удобным. Я хочу показать так, как перевести за раз полностью весь документ и получить сразу одним файлом полностью переведенный документ, вне зависимости от длины. Будь то 5000, либо больше 5000, либо 20000 символов, без разницы. И давай приступим. Сейчас покажу, как это сделать. Нам нужно выбрать наш документ. Желательно, чтобы это был какой-то текстовый, либо TXT, либо Word-овский документ. Выбираем наш файл. Нажимаем на клавиатуру, на клавиатуре клавишу Shift, задерживаем ее и держим клавишу Shift на клавиатуре. И в это же время нажимаем правой кнопкой мыши на мыши. Правой кнопкой мыши нажимаем. И у нас появляется пункт «Копировать как путь». Нам нужно нажать этот пункт, выбрать. Все, мы скопировали адрес этого файла, где он хранится на нашем компьютере. Далее открываем браузер Google Chrome. Это очень важный момент. Нужно, чтобы пользоваться Google переводчиком, нам нужен Google Chrome браузер. Открыли его. Далее здесь в пустой поисковой строке вставляем то, что мы скопировали. Копировали как путь. Убираем кавычки, одну кавычку удаляем в конце и в начале удаляем кавычку. И нажимаем Enter. Мы перешли на, открыли наш файл текстовый браузером. И теперь, как видите, сам Google Translate, Google переводчик предлагает нам перевести на какой-нибудь язык. Ну, два языка, скорее всего, уже установлены в зависимости от того, какие вы переводили до этого. И выбираем, например, на русский, и видите, весь текст, все 13000 символов перевелись за раз. Все, что нам нужно сделать, это просто скопировать этот весь текст и вставляем его в другой документ уже на русском языке. И вот полностью длина больше, потому что языки разные, но это полностью перевод всего текста нашего. Также можно здесь выбрать и другой язык. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши. И перевести. Так. Нажимаем, либо вот здесь нажимаем, на три точки нажимаем. Выбираем другой язык и выбираем, как я вначале сказал, на любой другой язык можем перевести. Как видите, текст переведен полностью целиком за раз. Ну, либо можете, если у вас не сильно большой текст, можете, в принципе, и воспользоваться новой функцией Google переводчика. Переводить вот здесь. Раньше такой возможности не было, даже вот такой не было возможности. То есть, приходилось весь текст делить на отрезки по 5000 символов и вставлять вот сюда вот и каждый по отдельности переводить. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь
на канал, оставляйте любой комментарий под этим видео. На этом все. Всем пока.